Всем привет, Рамон Перес на связи, и да, вы не ошиблись. Я зашел в игру Stand Alone, да, Days Stand Alone. Собственно, очень давно не заходил. Ждал всяких обновлений и прочего, потом просто подзабил на игрушку. Так как она не особо доработанная, нет приличной ролевой игры и прочее. Вот, сейчас что-то накатило, да, ностальгия, и я решил побегать. Вот, по просторам стендалона. Вот, посмотрим, да? Что же здесь нового, что интересного, и вы со мной, в принципе, будете изучать, да, мир заново. Вот, буду, в принципе, рассказывать, показывать, вспоминать, собственно, параллельно, что, где, как крафтить, вот, как что делать, где лутаться. Вот, и по-моему я появился, здесь где-то рядом должен быть корабль, как я помню, да? Сейчас проверим это на деле. В принципе, ну, игрушка, как и раньше, сейчас поражает графикой, да, прикольная она. Вот, тормозов особо не наблюдаю пока. Но все может измениться, да? Посмотрим. Что буду делать? В принципе, бегать, лутаться, все как обычно. Вот, смотреть, что для меня будет новым, что старым. Вот. Несколько раз тут уже пытался бегать и лутать. И у меня не особо хорошо получалось, так меня убивали два раза. Да, все просто. Либо меня убивают, либо я бегаю и убиваю. Так, вот он, корабль. Вот, вспоминаем, да, стендалон. Либо те, кто будет впервые вообще видеть эту игру, сообщу, что тут персонаж начинает сразу с желанием кушать. Вот, видим, hungry. Дамп означает, что я уже по воде тут пробежался, сразу промок. Вот у меня есть фонарик, батарейка. В принципе, давайте начнем с простого крафта, который стоит сделать сразу, да? Это взять и положить батарейку в фонарик. Присоединить, да? Вот, чтобы у нас фонарик работал. Мало ли ночью будете играть. Второе, перетащить футболку в инвентарь и сделать бинты. Чик. Вот это первое действие, которое стоит сделать. Остальное на ваше усмотрение. Я начал мексиканцем таким. Вот. Сейчас буду искать поесть, попить. Вот. И оружие, соответственно. Оно придает уверенность. Зашел специально на сервер, где не особо много народу, потому что я не за PvP сюда пришел пока. А так, побегать, полутаться, покрафтить, поизучать мир, да? Потому что очень давно не заходил в игру, и вот, что это такое, фриз? Прикольно. Ну да, такое тоже бывает. Вот, и это главные цели пока. Вот уже что тут лежит, нет? Показалось. Не, лежит. Что это такое? Какие-то туфли, да? Давайте возьмем туфли. Перетащим. Буду такой крутой в туфлях. Чик. Ну да. Мокасины какие-то нашел. Так, что тут есть еще лут какой-нибудь? Пока нет, да? Вот, будем искать дальше. Что я, в принципе, запомнил, да, с последних обновлений, когда-то там давно. Здесь появилась возможность, в принципе, крафта удочки, можно рыбу ловить, что еще, дерево добывать там, прочее, используя топор. О, нашел рубаху, отлично, теперь я модный парень. Вот, что еще я тут запомнил, да, из обновлений, то, что здесь можно найти... В принципе, мосинку, да, и сделать ее, закамуфлировать, можно сказать. Вот, найдя там тряпку, да, и траву. Вроде так как-то. Не знаю, как это делается, правда. Так, что это такое лежит? Stun button, ну-ка. А, это фонарик, что ли, такой? Ну-ка. Прикольно. И что, я могу достать, да? Что это такое? Не понял. Прикол какой-то. Это что, электрошокер, что ли? Ничего нельзя сделать, кроме смотреть, да?
Прикольно. Ну ладно, уберем пока. Вот так выглядит, да? Непонятное приспособление, да? Либо это электрошокер, либо это дубинка просто, какая-то фонарик. Так, стунбаттон. Так, кстати, кулаки достать, убрать, это на пробел. Кто не знал? Собственно, я понимаю, большинство уже переиграло в эту игру. Вот. Я в том числе, но буду проходить как первый раз, да? Потому что давно не заходил. Вот находим пули по дороге, что тут еще есть. Хис. Химсвет. Что еще интересного? Молоко нашел. Прикольно. Тоже возьмем. Что, больше ничего нету? Так, да, больше пока ничего нету. Да, кстати, кого заинтересует, в принципе, настройки, я могу вам рассказать, либо видео записать, показать, да, какие настройки у меня сейчас выставлены, чтобы вы получили такую же картинку. Я думаю, она неплоха. Так, вот что-то еще нашел. Таблетки, что ли? Таблетки мне не нужны. Рация тоже не нужна. Как я помню, на корабле тут и оружие может появляться. О, первая шапка. Оп. Так, это что? Газовые. От газовой горелки. Не нужно ничего. О, тут оружие обычно появлялось. Но сейчас я не вижу. Обычно мостинку тут находил. Так, ну ладно, побегаем. Может, что-нибудь найдем еще. Здесь есть, типа, такие трюмы. Ну вот, в трюмах много чего интересного лежит. Так, тут у нас ничего. Может, наверху есть что-нибудь? Наверху тоже ничего. Это показалось, что там что-то лежит. Ну, вот красотища такая, да? Понятно, графика отличается от Breaking Point. Но не в графике только дело, да? Так, давайте сначала вот вверх изучим, а дальше и вниз спустимся. Да, анимации тут красивые, все дела. Так, тут есть что-нибудь? Нету. Так. Ну-ка, здесь на палубе. Тоже ничего нету, да? В лодках ничего не лежит, хотя тут бывает спавнится что-то. Так, тут тишина. О, штык-нож нашел. Он пригодится, кстати, по-моему, если у вас есть консервы. Ну, пока консерв нету, не будем ничего брать такого. О, люгер. Прикольно. Давайте возьмем его, да? Как-то надо взять в руки. Патрон только нету в люгере. Да? Ну да. Ну ничего, найдем, может быть. О, привет. Что-то еще есть. Ничего. Вот залутанный чувачок бегает. Прикольно. Да, не все убивают сразу, да? А может, он сейчас передумает. Давайте отбежим тогда. Так, это что такое? Еще один пистолет. Прикольно, давайте его возьмем лучше в руки. Где? Давайте это выкинем. А вот это возьмем. Да, прикольно. Пока места нету, надо найти какой-нибудь рюкзак там или еще что-нибудь. Да. Я думаю, нормально будет, чтобы убирать туда всякое оружие. Так, да, удивительно, что меня не убили еще. Он, видимо, пожалел. Так, посмотрим, здесь где-то есть трюмы такие с лутом нормальным. Ну, это, по-моему, надо в подвал спуститься. Так, давайте-ка сюда. Так, ну-ка. Я как спуститься? Что, он не дает мне возможности это сделать? Ну-ка, здесь попробуем. Не хочет. Может, от первого лица появится? Ну да. Прикол. Не хочет спускаться. Хотя я поднимался тут.
Ладно, давайте по-другому спустимся вот здесь. Так. О, вот здесь трюмы, да? С лутом. Да. Ладно, выбросим этот пистолет. Пока у нас патрон нету. Поищем лучше что-нибудь другое. Так, что у нас тут? Ничего. О, там я вижу. Штаны или куртка это? Куртка. Так, на 3 слота у меня, соответственно, на 2 рубаха. Давайте поменяем. Ага. Ну вот они, баги, в принципе, старые. Вот, упало тут все. Вниз, наверное, да? Не, не вниз. Куда это делось? Так, что он ходит за мной? Не знает, что делать, что ли? Убивать меня или нет? Так, тут что у нас? Шапка. Так, что он хочет? Интересно. Бегать за мной. О! По-моему, получше вообще куртка, да? Оп. Я знаю, тут можно найти нитки, да, и с иголкой, и сшить, зашить там одежду. Вот что я знаю. Так можно за пистолетом идти, только я не помню уже, где его выбросил, а вон он. Да, и пистолет убрать, куртку. Оп. Чик, пригодится пистолет. Так, ну ничего интересного, да? Я думал, что-то будет прикольное в трюмах, но тут ничего нету. Так. Куда дальше пойдем? Вниз спустимся. В принципе, ничего нету, да, интересно. Ничего. Что, сваливаем, что ли, с этого корабля? Пойдем к Березино. Вроде бы Березино рядом. Так, уходим по-тихому. Снова шапки. Одни шапки прям. Вот. Еще насчет последних обновлений, в принципе, такого больше ничего и не запомнил. Да, я помню, смотрел когда-то, потом забил на это дело. Ну ладно. Так, сваливаем. Сейчас будем с нуля узнавать все. Вот, так что не, не гневитесь, да, если я буду удивляться каждой мелочи и ерунде. Ну вот, слышим, да, персонаж запыхался, дышит там. Это обычное дело для него будет. Ой, болото, болото. Кстати, вот персонаж может заболеть, да, по-моему, если бегать по воде вот так. Ну или мокрым бегать постоянно. Валим, валим далеко. Что я еще узнал за последнее время о стендалоне? То, что тут читеров появилось вообще полно. Очень много читеров. Вот. Так что, не знаю. Как бы игра вся не загнулась из-за этих читеров. И даже видел, на некоторых пароли стоят. В серваках. Это уже радует, что там раньше не было вообще ни на одном серваке пароля, нельзя даже было поставить, по-моему. Вот, сейчас же изменились дела. Вот, видим фризы. Да, вот говорили, что у чехов, собственно, с оптимизацией проблема. Вот, что во всех этих дейзах там и прочее, постоянно, с армой там тоже оптимизация дурацкая какая-то. Ну, в принципе, может научиться когда-нибудь. Бежим в опасное место, да? А, там перестрелки обычно в Березино и прочее. Я как понял, там ПВП-зоной стало Березино. Раньше было тихо там. В основном ломились болота, там в Электры, в Черногорск, там на всяких аэродромах тусовались. Ну, как-то так. Ну что, приближаемся. Не знаю, вот сколько я буду серий делать, да, сколько запишу серий. Вот, в принципе, не такая прям интересная. Тут и стычки не те, да, в стендалоне, не знаю.
Как-то по мне она раньше была интересна, да, когда она только вышла, я ее сразу купил, там играл, прям бегал, все было круто, так лутался, вот, даже не стрелял никого, да, при встрече. Вот, а потом это все превратилось в то, что ты лутаешься, бежишь, стреляешься, вот и все дела. Вот как так. Ну ладно, посмотрим, может уже изменилось что-то. Здесь есть гранаты, здесь есть отличительные приметы вроде бы. Такие как бандана можно надеть себе на лицо, там еще что-то. Не знаю, пока не нахожу. Никакие банданы. Так, опять что-то залагало. Давайте посмотрим. Вот, зомби, по идее, должны тут быть такие грозные уже. Не бегают через стены и прочие моменты. Знаю, проверим. Все так же можно определять, лутали тут или нет, забегая в открытые двери, да? Остальные моменты. Вон, желтая куртка какая-то. Шапка. Так, шапку надо вот такую, что ли, взять. Менее приметная. Так. О, ушанка. Давайте ушанку возьмем, конечно. Так, что тут еще есть? Ничего, да? А, не, вот картоха какая-то лежит. Да, можно съесть. Съесть картофель. Ой, у меня и замерз он, обалдеть, что делать? Хочет пить, есть и замерз. Как согреться, костер? Так. О, надо же, согрелся. Картошку съел, согрелся. Давайте еще молоком заправим, чтобы он прям сыт был. Я как помню, надо кушать до тех пор, пока здесь не появятся зеленые надписи там, типа. Тогда все нормально. Ага, пить теперь хочет. Так и знал. Вот, так что не останавливайтесь, а то раньше у меня было... Я думал, что звук, кстати, появился у открывающихся, закрывающихся дверей. Это круто. Так, веревка. О, веревка мне пригодится, я еще помню, можно... О, компас. Компас тоже пригодится, ну-ка. Я еще помню, собственно, из веревки, мешка, можно сделать сумку полевую. Вот, так что подобные вещи тоже собирайте. Я сейчас покажу, как это все крафтится, да? Я даже если находил рюкзак большего объема, я все равно пользовался вот таким самодельным мешком. Насчет скотча, не знаю, придумали что-то, не придумали. О, мешок. Смотрите, ребят, как это делается. Берем и наводим веревку на мешок. И делаем крейт. Видите? Я сделал мешок. Самодельный. Веревка и мешок нужен. Теперь у меня такая сумка. Много чего может поместиться. Можем даже туда переложить пистолет. Раз. Что мы еще туда переложим? Да ничего пока. Компас. Давайте фонарик туда переложим. Типа мы путник такой. Так, кстати, бинты надо на третью поставить. Быстрый слот. Вот. Чтобы под рукой было. Так, что у нас тут? О, да тут прям много всего интересного. Джинсы. Темная мотыга. А это что? О, крутые штаны. Давайте их оденем лучше. Хоп. На 6 слотов. Видим, да? Что? Прикольно у нас такой бродяга получился. Папин бродяга, мамин симпатяга. Спички тоже пригодятся. Давайте мы как истинные такие прям. Путники будем убирать все в рюкзак. Ну, в сумку. Ну что ж, бежим дальше. Познавать Березина. Тут где-то есть полицейский участок, где может быть лут. Ну, хороший в виде пушек там и прочее. Вот, пока тихо, мирно. Народа не особо, по-моему, на сервере. Как я помню. Ну да, вот не особо народа. Хотя видели, я одного встретил прям. Как так можно было, да? Ну ладно. Да вот так бывает, да. Я даже помню, играл на одном серваке. Там два человека было со мной. Вот, и он мне повстречался. Это что такое? Блэк, что-то жакет. Ну-ка. А, понятно. Спортивный такой. Давайте сделаем бинты, что ли. Не?
Не будем делать бинты, да, нельзя сделать. Так, ой, можно еще сделать бинтов. Так. Ага. Оп. Видите, и объединить можно с теми лоскутами. Комбайн. Видите. Правда, звук, как будто патроны пересыпали, но ничего. Все ерунда. О, кипарик. Не, в гопника не будем превращаться. То где гопники там. Неудача. Гопникам не сопутствует удача. Поэтому побегаем лучше в ушанке. Так, фрезы начались какие-то в городе, походу, да? Потому что мы... Давайте полицейский участок пролутаем. Видим, закрыто. Неужели? Обычно? Так, ага, понятно. Вот так у нас. Стены после прорисовываются. Прикольно. Так, ничего нету. Да, в городе что-то подлагивает на самом деле. Так. Во, открылось. Так, что мы тут имеем? Угу, годится. Там еще что-то было под этим. Банан. Да, нормальный, пристиновский, можно кушать. А, не советую есть, а протухшие всякие фрукты, овощи. Вот, ни к чему хорошему это не приведет. Так, рюкзак не нужен. Что у нас тут? Ничего. Пойдемте выше. Посмотрим, что у нас наверху. Я помню, один раз тут играл, когда, ну, в один из последних дней своих в стендалоне. Тут в текстурах сидел чувачок, да, с автоматом и стрелял. Прям разозлил, да? Не люблю текстурщиков, собственно. Бесит они прям. Так, что у нас тут? Книжки. Ручка. Понятно. По-моему, из книжки можно вырвать листок. Как я помню. А это что лежит? О, нитки. Смотрите. Нитки хорошая штука. Пригодится. Наводим на предмет. И делаем пачтан. Чик. Ничего. Да ладно. Не зашилось что-то. Хреново. Ну-ка. Нет, не зашивается. А джинсы получится? Тоже не получается. Что же можно зашить? Может, шапку? И шапку не получается. Странно. Видимо. В принципе, не всегда зашиваются предметы. Вот, одежда. Так. Ничего нету. Как так? Тут что-то компас. О! Куколка. Прикольно. Ха, спортер. Давайте возьмем спортер. Всему рады, да? На спортер, конечно же, не оденется. Так, забираем все, что есть. О! Да ладно. Видите, все-таки спачилось. Зашилась у меня куртка. Так, тут что у нас лежит? Стрелы. Стрелы, это хорошо, возьмем их. Все, да? А, смотрите, пропачилась у меня куртка, штаны, видимо, да? Вот. То есть работают нитки. Правда, не сразу это отобразилось. Ну ладно. Давайте еще наверху тут посмотрим, что есть. Так. Консервы. Все больше. И по сторонам особо не смотрю, потому что мне не так интересно, да? Вот, не парюсь. Я изучаю игру. Да, вновь. Ага, зомби слышу. Обалдеть, военный. Как его гасить? Ну иди сюда. Надо в голову ему, да, тыкать? Или куда? Перебинтоваться? Не-не, какой перебинтоваться? Ты что достал? Что за косяк? Ну-ка. Сколько ему надо, интересно, в голову дать? Ну-ка. Сколько я ему бью вообще? Походу, быстрее можно умереть.
Давайте-ка отсюда сваливать от него, точнее. Так, это не годится. Надо кулаки взять, что ли? Да? Давай, иди сюда. А если кулаками тебя? Эй, чё он достает бинты? Не пойму. Так, ты меня не перехитришь, я знаю, что ты встанешь. Да какой перебинтоваться? Бей его. Обалдеть, еще один зомби. Почему он бинты достает, непонятно. Вы видели? Уже двое. То есть зомби тут уже не такие простые. Давайте залезем наверх и перебинтуемся. Да, зомби непростые тут уже. Такие тупоголовые. Все, до свидания, придурки. Обалдеть, я кровь истекаю вообще жестко. Блин. Давай перебинтовывайся, что делать. Видите, все посерело. Уже не то. Интересно, почему он так не убивает их, да? С кулака не мог вырубить. Ну ладно. Так. Давайте берем эти бинты. Может, из-за того, что в быстром слоте у меня тут лежат. Так, покушаем, наверное, попьем. Так, пить хочет. Давайте попьем. Пить. Да. Забыл уже, как бороться с местными зомби. Ну ладно. Что-то кряхтят. Ждут меня, да? О! Вы видите, сколько их? Ну и как мне спастись? Они бегают везде, наверное. Не-не-не-не-не. Ребята, не надо меня бить. Я свой. До свидания. Я свой. Не надо за мной бегать. Такая толпа бежит за мной. Надо их куда-то вывести. Кряхтят так еще прям за спиной. Надеюсь, потеряют меня за кустами. Ребят, это вообще жара. Смотрите, сколько их. Пипец. Убегаем. Интересно, если дверь запереть, что-нибудь изменится? Так, ничего тут нет. Ствол есть. Обалдеть. Ствол есть, патронов нету. Да, не люблю я зомбаков. Когда они так нападают. Вон еще. Блин, я еще крови потек, что ли. Не, это не годится, ребят. Как так? Блин, убегаем. Да. Это подстава. Кровище течет. Как я понял, они в зданиях тоже бегают, на самом деле. Раньше просто в зданиях они ходили, не особо там бегали, да? Сейчас же это все изменилось. Так, давайте отбежим, посмотрим, они будут носиться в здании. Так, надо перебинтоваться. Смотрите, я посинел что-то. Ну да, видите, они тоже бегают в здании. Не надо меня бить. Чё, ребят, валите от меня. Совсем серый стал. Мир вокруг. Да, когда тебя херачат зомби, мир теряет краски. Давайте на крышу заберемся, что ли, обхитрим их. Нам нужно два подъезда. Да, отлично, вот они. Будь тут побольше народу, меня давно завалили бы. Я думаю, без народа зомби меня завалят. Давай. Отлично. Фух. Вот это да.
Неужели я скрылся от них? Так, прыгай, товарищ. Ну вот опять подлагнуло что-то. Фух. Так, есть время передохнуть. И посмотреть, что у меня какие-то патроны были, да? А, не, нету никаких патронов. Засада. Может, у меня спасение там какое-то есть? Какой-нибудь мирный пробегать будет. Да, мне надо в больничку добраться. Там, может, что-нибудь есть. Просто не помню, тут кровь переливается только при помощи какой-нибудь товарища, друга. Или нет. Так, ну тут, как я помню, нету лута вообще. Да ладно, как вы просекли? О, зомби. Хитрые вообще. Нормально, разрабы придумали. Ха, я их обхитрить хотел, а они... Не такие простые. Ладно, бежим в больничку, может там что-то есть. Топор, что ли, найти бы. О, в отеле, в гостинице этой должно тоже что-то быть. Так, давайте посмотрим. Да, здесь должен быть лут. Нормальный. О! Какая-то хрень. Ну-ка. Лежит, что это? Ну-ка, я что-то подобрал, но только мне надо достать это. Оп. Так, ну-ка давай в руки возьми. На тебе, на. На. Ну-ка. Без сознания оставили. Ну вот, видите, в принципе, с последних разов, когда я заходил в игру, зомби были не такие злостные, да? Вот опять меня вырубили. Без сознанки валяюсь. Вот, появилось несколько новых предметов, да, я думаю, а может и множество. Вот, просто я не нашел их еще. Ну что ты там, зомби? Я ему дал погнать? Я походу сейчас умру реально. Ну-ка давай, вставай, вставай. Вставай, ты можешь. Да, если я его убью, это будет вообще кора. Ну-ка. Эх. Походу это конец, ребят. Да, завалили Рамона Переса. Ладно, прерву на этом видео. Вот, если понравилось, пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Вот, будет еще много чего интересного. А, с вами был Рамон Перес на связи. Пока-пока.